Ребятки, всем доброе утро. У нас спустя трехдневной рыбалки в Абу-Даби, обратно в Абу-Даби. Сегодня хотим реабилитироваться по кингфишу. Сегодня идем за 130-140 километров. То есть идем на дальний кордон. Набрали льда. Положено. Набрали льда. Направляемся. Как в последний раз просто, как будто на тунца идем. Сейчас все слаживают, готовят. Сейчас заправляемся. Ярик он сидит, что-то вяжет. Да, Ярик? Да. Ребят, хочу обратить ваше внимание, как Дэн готовит лодку. И он ее просто протирает как родную. Да, конечно, как свою, смотри. Нигде ни водички не было, ничего нигде не воняло. Готовит все. Все, Денчик, ну будет. Значит, сегодня будет, значит, конечно, по-любому. Будет, да, для тебя настрой просто. Все, ты готов? Новая стелочка сегодня обкатается. Вчера купили? Да, стелочка купили, нужна сегодня обкататься. Ярик. Да. Все, ты готов? Да, готов. Готов? Будет сегодня кинг? Надеюсь. Надеюсь. Он говорит, конечно будет. Конечно будет. Ярик, не спеши, да, дай ему погулять. It's okay, bro. It's okay. О. Queen? No, king. You see king everywhere. We was here. Дэн, вон прямо, Дэн. Yeah. It's okay, bro, it's okay. Yeah. I'm fishing every day, bro. Ярик, твой первый долгожданный, и у Денчика сразу. Есть, Дэн? Ярик, наконец-то, да? Да, бросай, 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 вперед, вперед бросай. А, серьезно? Он, кстати, хороший у Денчика. Вперед, да, Ярик. Сразу, да, Ярик? Хорошо. Есть. Что? Хорошо. И у Ярика сразу сидит. Сошел? Ну ничего, Ярик, ничего. А ну, Ярик. Ты was waiting 1 year. Yeah, it's good size. Yeah, it's good size. Ярик, а ты переживал, как стелка работает, хорошо? Да. Наконец-то я видел улыбку на твоем лице. Так, куда бросать? Вперед. Вперед бросай. Сейчас он тебя снимет, сделает это. Нашли мы наконец-то кинга. Есть, есть. Надо просто искать. Зашли, сразу зашли в котел и сразу три рыбы взяли.
соты были на одной проводке. Короче, будем сейчас сапать дальше. Берет он, кстати, на все воблера. И рыбу достаем, у нее первый полный рот корма. Рыбу маленькую. Там вдалеке пипец чай. Да ты на чай. А может просто на тебя пойти, Ярик. Пробуй джиг под лодкой. Хороший размер. Что вчера десяток тут поймал. Что там, Ярик? Что, вообще маленький? Что? А? Может на меня что? А, да. Маленький? Пока не видел под лодкой. А, такой. А. Сошел? Да. Окей. Не дай. Да, кстати. Что, Ярик разошелся. Разошелся. Какой-то темный. Какой-то темный, да. Вон он идет. Разговор очень короткий. А? Ярик. А, барракуда? Барракуду поймал, Ярик. Мистер, help, and behind one more барракуда. Смотри, сколько он барракуды. Big барракуда. Бля, барракуда нас везде преследует. Ярик, хорошо, что ты скрутку поставил. Да ну, братан, в самом впереди на 12 часов на выбросе. Шо, Ярик, Стелла класс?
судак, да, брат? Точь-в-точь, как судак. Ребят, ну вот так вот выглядит активный кинг, вот когда он клюет. Что интересно, откусило два воблера уже, откусил кинг. И поставили скрутку. Со скруткой так же само активно берет, как и на флюре. То есть, когда он активный, когда он жрет, ему все равно. Скрутка, флюр. Продолжаем дальше ловить, сейчас будем перемещаться. Значит, гоняемся мы. Чайка вверху стоит, но смотрим мы по всплескам. Есть всплески, туда сразу подъезжаем, заходим и по ветру бросаем. Ярик, ты же хотел барракуду? Он здоровый. Видишь, твою, кстати, маленькую, большая он кусает. Чайку и сразу зашли по ветру. Пацаны бросают. Бросают. Трудятся. Тяги. Блин, ну давай. Смотри, что творится. Жесть. Кидайте, пацаны, ну шо? Кидайте, давайте. Какой там подлодка, братан? Да бросай, Дэн, там котел. А, барракуда! Да она выпрыгивает. Ярик, барракуда. Брось в другую сторону, Дэн. Она там меньше кусала. Вот туда, Ярик, он тащит барракуду. Дэнчик, это Джесса. Дэн хочет голден тревалик поймать. Да ты давай ей сыпаться. Есть? Блядь, барракуда сошло. Наверное. Там... Хотя нет, не срезала. Не флюр был? Нет, флюр. Ярик чисто по барракуде снимает. Так еще больше. Видишь, есть сразу. Вот, кин, да. Прям с подстаи взял. Стая. Ну, видите, стоит стая малька, блин, наверное, на камеру не видно. Черное пятно такое. Ты ее перекидываешь. Ее перекидываешь и сразу. Дэнчика поплю. Ой. И у Дэна есть. Опять что? Давай, давай, Дэнчик. Перебрасывай, она чуть левее, эта стая сместилась. Денчик, вот туда вперед на час, да. Да, Ярик, у тебя у Дэна есть сразу же, да, Денчик? Да. Сразу есть. Сейчас я его вообще вывести не могу. А, у тебя большой? У меня, да, большой. И у Дэна большой. Сошел. Денчик, перебрасывай, ставь. Дэна сошел. Да я видел, братан, я уже его видел, он был наверху. Я за хвост его пытаюсь взять. Да ну ладно, смотри, крючки не загоняй. Я за хвост, я же не буду. И maybe take it by name. Слушай, ну хороший такой.
хороший, хороший. Да, с таким даже... Сейчас, Дэн, подожди. Подожди, Дэн, подожди, он вот там не отцепит, стой. Сразу его отцепляем в воде, чтобы не поднимать. Все, да. Пошел. Да. Что, классно, Ярик? Да. Так, ну что, половили мы кинга утром, попали на выход, было также много барракуды. Сейчас пришли на точку на джигинг, будем ловить шерри, голден тревали, хамура, ну, посмотрим, что попадется. Будем ловить на джигинг и, возможно, Дэн хочет на живца сильно ловить, потому что самый крупный хамур ловится на живца, как ни крути. Значит, самая, как и самая крупная барракуда ловится на живца.